28-летняя Эмили Ратаковски, Эмили Ратайкаускі, соблюдает режим самоизоляции вместе с 32-летним супругом-продюсером Себастьяном Биар Макклардом, Себастьян Б. Макклард. Модель порадовала поклонников. Инстадива поделилась очень горячим фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Эмили позировала в ванной перед зеркалом вместе с мужем, который тоже предстал без одежды, но в солнцезащитных очках. Звезда стояла, а муж страстно обнимал ее за талию. Ратаковски прикрыла пышную грудь руками и телефоном. «Это не то, как обычно выглядит наш карантин. Обычно мы носим худи и толстовки», — с иронией написала Эмили в Инстаграм. Она отметила, что снимок был сделан 2 года назад, спустя полгода после свадьбы. «Сумасшедшая», — прокомментировала в числе первых Белла Хадид. «Тело мечты, огненная красотка, самый счастливый мужчина на планете», — написали фолловеры. Недавно Эмили Ратаковски надела ажурный бюстгальтер в ванной. Модель позировала полуобнаженной с любимым псом. Инстадива подразнила соседей на карантине.